надо было нажать bubble до того, как начала лужей срать. А ты его же, а ты прожал, походу, когда ты уже начал лужу разливать. Скинулся вот. Да, я хуй там скинулся, даже да. Когда ты лужу разливаешь, нажимаешь bubble, он скидывает. Да, я хуй, можешь пофиг. Я смотрю такой. Я тоже смотрю, вроде начал выносить, и Рома возвращается такой, ребят, я с вами. Не было бабла, потому что урон, полученный от тени, есть. Ну так я начал выходить с тенями, и потом взял их. Ладно. То есть я начал выходить, потом взял, пока выходил, и вернулся. Сейчас и они дальше начали разливаться. Сейчас мы посмотрим, как было. Ну он вышел. Ну бабл был, 12 секунд показывает. Полосочка. То есть я ж нажал бабл. Он может не пожаловать у тебя. Ходите играть. Он в КД даже ушел. А на тебе точно? Нет, ГТ, он ГТ. В КД у тебя ушел, когда ты уже под боссом был. Потому что когда ты назад возвращался, у тебя не было бабла. Ну так я начал возвращаться и нажал его, пока я шел. Так, то есть я его нажал до того, как он пришел. Нет, пофиг, как-то странно. Ну вот сейчас... Нажимать вот, бабл, то сразу. Он кидает, ну, вот сейчас, хуйня. Вот сейчас... Кинулась, да. Вот он побежал, бабла нету. Вот сейчас через секунду кинется эта хуйня. Вот. Бабла до сих пор нету. Еще нету. Еще нету. И назад побежал. Еще нету. Все равно нету. Вот сейчас ГП оправдан. Да нет, ГП пуха. Мне просто интересно, как это вышло, что он нажался, я его нажал. Макаса на конце у меня нету. Это, блядь, Сирус, это все что угодно. Ты будет. Не забывай, на каком ты сервере играешь. Да, нет. Нет. Я говорю, пофиг. Просто интересно, как так вышло, чтобы не повторить снова это. Сразу прожимаю его. Да, ебаш. Как только на тебя метка кинулась, прожимается должен. Когда он на меня эта хуйня кидается, я такой спам коша делаю, что пиздец. Кнопка не ломается на клавиатуре. Не, у меня клава хуйная. Ну, с кувалдой бьешь по кнопке, да? Ладно, пойду себе пожрать что-нибудь на сублику. Ну хуй знает, может клава, блядь, новая, нах. Там больше усилий надо, чтобы кнопки продавливались. Ну хуй знает. Типа на заезженной клаве уже, да, уже нормально. Пружинки жмутся. Типа достаточно. Не, механика у меня. Легкого дуновения, да, такой думал, ну прожал, ебать, бабл, нахуй. Ну тут сила нажать 50 грамм, по-моему. Что такое сейчас было? Что там подошел? Тебя, блять, одного ждем. А рыба будет? А где только можно полутать? Аура, отгоняющее зло. Исчезло? То есть по факту я можно не рыбу прожимать твою. Не в банке лежит. Места нет. Почему я пета бафнуть не могу Локовского? Че с ним такое? Он, как говорится, не принимает твой баф. Ну охуел? Он отказывается. Давайте, у притона час еще остался. Ну как раз. А, все, Мардаун, че там? Да я готов, я не сыкнул. Все, готов, дает что-то. Бафнули там все, присты. Two, one.
Леха, на первый взлет тебе мост дашь. Я мост сейф, на второй и вархиль. Ну, запущу это, я-то странкую дам того гимну. Но это на первой взлетке. Сейчас вот эти тени, потом будет взлет. Тени 5 секунд. Ой. Не диспали что только? Диспали. Беги, малышка, беги! Транквилла, Мартаун, гину на хп. А я подошел к тебе, ой. Не захотела меня кусать, походу. Да, блин. А что это за хуйня? Вот Фокс, друид инвалида, стелси, вставай. Друид инвалид, не дарк. Там бы ты. Ауешка убила. Шелфир на хп, дай. Вставайте быстрее. Но... стелси, вставал, как я. Да, она вставала уже, вставала. Наверное, КД. Друид инвалид, но... Катрисия рез стелси. И инер ей. Айгот пускай лежит. Если время есть, этот СС по Мурлокосу наш. Последний БР. Авилан не угрызается. Мурлокос инер в транквиле. Леха, освободи темную ауру, пусть Варахиль заберет. Укушу Патрисию. Не знаю, какая у меня, я освободил темную. У меня была. Глебка не укушен. Глебка мой, если что. А Виланию не трогать нахуй. Катрисию не трогать. Мидарка укушу. Призана укушу. Ай! Диспел! Диспел. Успел бабл прожать. Дама. Мидарк, змейка на хп. Сейчас на пакте прожим какую-то, давайте. Крепко подходи. Гимна, сдайте на хп. Да все уже сдали на хп на этих, на базах. Да куда вы там убегаете? Я видите? Передал, Глеб. Тени у кого-то, отойдите, тени у кого-то. А, это на мне. Вышел. Это на мне, говорит. Понимаю. Пиздец. Повыше подними. Мэтт Фокс, загасите. Мэтт Фокс, убейте. Что-то не нашел. Там немножко отойдите в сторону. Геро? Да, давай, Геро. Да. Хильте. Блять, укус передал, пока тени кинулись. Дальше хилов там уже кусаете, расписывайте. А там еще есть притон, есть мидарк, есть пасифи... Ну так ты посмотри, сколько укусов висит. Да, сейчас там уже добьют. Уже упадет уже. Хотя да. Более. Ебать, с укусов 24 тысячи, нихуя себе! Я понял. Бля, ну сука, дайте одну шамановскую, ну ё-моё. Забирай, Юля, сколько? Кого шамановскую? Печеньку. Ты имеешь в виду слабенькая, которая... Падала уже. Которая Т4. Уже падала. Угу. Падала две штуки, блядь, ёбан. В смысле? Я одну забрал, с профа не падала. С профа падала, С профа не падала, с профа на око упала, и вот сейчас упала на... Что мне рассказывать? Шейком. Сослежу. Ну там Рога пишет, токен бы забрал за КП. Ну посмотри, что его привор. Ну там привор 4. А, да.
Блять. Все честно, всем понятно. Ебать, 4. Ну это прыгать реально. Я поймаю. 4 нахуй. Давай, Света, Слава, зашел. Ты? Пятов? Ну пусть плюсует. Да. Джиса поставил. Так это призен на Святоса зашел. А, колечко. Он же написал, я на Святоса. Поставь там гильдбанк, этот самый мораль. А что там, Святос типа его твинка или что? Нет. Святос это Святос. Просто не договорились, что колечко... Я понял. Там где? Так, коня поставлю. Ой, хила. Андроид инвалид, с ними полетаешь. Так, вставил ты ГБ, нет? Ладно. Морлокот, спекнешься в танк? Пид меня, пид меня! Побить хочу. Че за хана, че ты к Сонику слушаешь? Да, че-то понравился трек, пиздец. Да, охуенно. Пид меня, пид меня! Не балдежный трек. Да, базарис. Трэш добиваем, куда побежали? Куда побежали? Медда. Босс бы запустился. У меня плакат есть с Лениным. Товарищи, кто не слушает тех, найдите нахуй, пожалуйста. Понял. По факту нахуй. Это now you go. А, это тектоник. Ты че, слушаешь тех? Конечно. Тогда вот претензий нет. Понял, принял, да? Есть краб. Это охуенно. Краб уже поставили. Ага, поставишь его там в этот. Ну, в центральную позицию куда-нибудь. Вон у нас 20 крабов нахуй в рейде. Че ты за крабы? Крабов есть надо. А не приручать. О, аукционный дом. Дайте ящик почтовый. Че, Вилания, спекнешься?
Третьего? Давай, давай, в третьего, да. Будет без А что, как что вы в третьем... Вы в три копала там? Побыстрее, побезопаснее. И друйте, ну, по поводу, типа, безопасности я не очень уверен, конечно. Я все равно буду через себя хилить, не через краба. Уберут инвалид, сами прилетаем. Это, ебаните Катриси, Мурлокос по Вилане, и Мэтт Фокс тоже ебани, потом откатится, Инера, чтобы он порезал быстрее. Клятву там прожми. Ни одного Инера. Замутали меня, видать. Видать. Что-то что-то говорит, мне кажется. Нихуя не понял, в кого Инер, да чё надо, блядь? В Авилане. Ну, уже не надо. Не, ещё можно один. Ещё Серёжка. Давай Инер. Ну, да нет. Спасибо. Всё, готов. Всё, не нажрётся по мане никак, блядь. Знаешь, что у тебя Седжу не, не работает Spotify, блядь? Да. У меня там распределитесь. У меня-то Spotify премиум. Кто слева, кто справа. Там... Я сейчас выебнулся. Не-не, я бы просто мог бы к тебе это... Давление справа дохуя. И мы бы вместе подались бы слушать. Заебись. Что за тяги, бля, бархатные. Ну вот это вот там, где ремикс тяги под этот, под черный плащ, я что-то орал, пиздец. Так, я первый коня дам. Кому? С 6 часов начинаем и против часов. Так, я вот тут займу. Занимайте там. Тальчики. На 6 часов. На 6 часов слетаемся. Так, прикинь. Йо, когда на 6. Дал ЭМА. Такой тонкий. Тури, блять, на 1.12. Да хотя бы без 5.12. Что-то, блядь, просто... шаров меньше было, что ли, чуть не понимаю. Войт просто во Вьетнаме служил, блять, поэтому... Ёлка, ты шаров меньше. Осуждал. Когда меньше, чем надо, блядь. Так, занимаем. Это уже прям совсем хуёво. Тут свечка. Свечка слева. Так. Сейчас освобожу. Освободил ауру. Коня возьмите и дайте ему. Кто-то кто дал. Потом следующий третий. Дал. Канцелятор хочет. Ой, сверку не дали. Что канцелятор хочет? Канцелятор в рейд. Ну сейчас мы Вальку захилим. Там отходи. Давление дальнего заберите. А давление. Так, занимаешься. Ну, это заберите. Ебать, че... там да? Этот свечка справа вышла, залейте. Телеполетел. Проебуща. О, нормально. Какая свечка? Рема, освободи и возьми кто третий. Угу. Ну, уже никакая. А тут вот куда сферы деваются, вы их что, забираете, что ли? Или их так мало, блядь? Куля тут так мало, блядь. Ну, короче, после... Ладно. Надо было сейчас, наверное, ладно. Давай еще одни. Моего? После выйдем уже чисто в три холли и лайта захилим. Так, пошли. Ну, у меня откатился, кстати, масса, освободите его. Не у меня. Я взял.
Что там, скоро? Давайте, герой. 76. Держи. Как только так сразу. Затяги, бардак. Размутали, да? А кого мутили? Как Риси. Риси. Он постоянно в муте сидит там. Ура. В муте постоянно это я сижу. Какой-то, если, блядь, замутали, то, блядь, замутать до конца. У меня спектр так называется. Смут, размут, мут, размут. О, избавление. Уф. Кто за... Кто за лут-бархат? Что за тяги, блядь? Избавление. Эфтеме. Эфтеме, Глеб, а ты не видел ремикс тягов на черный плащ там сделано? Не видел? Я тебе сейчас скину, подожди. Это охуенно сделано. Я почти телефон сел. Есть. Ну с телефона, с компанией 100 открой. Да не, я заряжу, у меня куча проводов. Ёбаный в рот, нахуй. Около кровати, в компеде. Сейчас я тебя кину. Вот откинулся. Вы эту хуйню видели вообще? Так я тебя кину. А. Это охуенно сделано просто. Да, я заценил, блядь. Это гений, кто это сделал. Я понял, нахуй. Блин, так спать хочется. Пиздец, базарит. Как хочется, чтобы голова не болела. Да, это тоже, блядь. Макс, ты же знаешь, там, как меня тут. Все. На синдре. Рома, ты это, раскумарься. Да, я знаю, шмотки у меня тоже есть. Там кольцо, пояс. Ну, первую фазу чилишь, Юля, на бусе. На второй фазе. Да, я знаю. Да, на пиве тоже не пробуй. На моче кальян, знаешь, нахуй? Не знаю! Называется ретроспект, нахуй. Ты не по наслышке знаешь, да? Только вот насал на лужу, кальянчик зарядил его. Кальян на моче. Ну, затягивайся. Понял, ладно. И такой, ебать, что затяги, бля. Да, он перезапустил его. Я надеюсь, это сейчас шутка была? Нет. Главное, чтобы... Ладно, помолчу. Садами понал. Ну-ка ты мордаун. Мне кажется, вот этот мем про Майка Мазовского, где он на сцене стоит и говорит: пидорасы вы, суки. Это про Вайда. Это вот он. Не видел никогда. Это я знаю Мазовского одного только в корпорации, как он называется, монстров? Корпорация монстров, я про него и говорю. Зеленый такой, ну. Да. И там типа просто картинка, где он на сцене стоит. Хорошая сцена. И сцена. Надпись: пидорасы вы, суки. Мазовский. Ты пидорас, ты баб... не трогаешь. Там еще бабка такая. Они тоже люди. Строгая. Сори, блядь, сори, нахуй. Просим прощения, блядь. Ёбаные волки, блядь. Ты пидораса, говорит, не трожь. Говоришь, пидорасов не трожь, блядь. За, вообще-то пропаганда ЛГБТ запрещена, нахуй. Так-то, блядь, на минуточку. Территория РФ, нахуй. Это в России. А я в Беларуси, блядь. В Беларуси, кстати, в Беларуси, кстати, тоже. Недалеко так-то от нас. Ну и что, пока за это не садят. Ренжа действует. Законно, нахуй. Да, я помню, когда меня посадили, короче. Ну куда, на бутылку? Ну, практически. Типа, короче, когда у нас, да-да-да, в 20-м году, ну, была жопа, а я тогда, а я за 3 дня до просто покрасился, блядь, в этот, в голубой, ну, типа, в голубой, блядь, розовый, ну, блядь, волосы, ну, типа, облачко, ебать. Ебать, меня, короче, вяжет, блядь, ну, Артемоновцы, нахуй. Ебать, меня там жестко травили, я ебал, нахуй, типа, ты пидорас, нахуй. Ты там, короче, там, блядь, пиздец был.
И как ты отмазался? Скажи, как ты вышел? Доказал, что не пидорас. Доказал, что не пидорас? Ну, блядь, не отмазывался, блядь. Я, блядь, просто... Такой сидит, и под калачик скрутился. Ну да, пидор, и чё? Нет, я в калачик, блядь, лицом в пол, нахуй. Я могу сказать, если не отъебетесь, я сейчас засуну свою огромную черную херню, засуну вам по самые гланды. Тогда уже это хуже. Это уже не шутки, нахуй. У меня самое, это, блядь, угарное было, типа, так ты черный, еще и пидорас крашеный, блядь. А чё вы там... Это нормально было. Вот это вообще похуй на расизм там, да, на всю хуйню. Ты чёрный. И пидор. О, а чё вы умерли все? А чё вы сдохли-то? А чё вы? Хило моча, говорите. Да, я на моче. Танки моча. Так. Не держит огромный. На танках это не гони, понял? На пул хуёвый, на пул хуёвый. На пул моча, блядь. На туре не напулили нихуя, блядь. Нашли крайний. На пул не напулили, а ребята простые должны страдать, блядь. Пиздец, блядь. Как так там? Ёбаный напульщик. Ёбаный бастон, блядь. Чё делать? Ебать, мне Рамштайн долбит. Ой, бля. Все, да, вот Рамштайн не единственный, кто не нравится, блядь. Прям внешне? Нет, как группа. Охуенно. Как группа. Нет. Группа. Не, так-то нормально, дядя. У них одна... Рамштайн, это те еще пидорасы. Кастуйте 8. У них один трек пидорасит. Бухаст. Нормально. И дракончиков как-то хуево бить начали. Да, он что, они что-то как-то это? Как-то привели их китайские. Да, внутри. Вы что, молдаване нахуй что ли? Что вы делаете, бля? Не, китайцы. Да китайцы такой хуйни не сделали. Китайцы и молдаване. Да, даже китайцы бы такого, блядь, не сделали. Хорошо, чтобы ДПС не крутили, блядь. В смысле даже, блядь? Китайцы-то на экспорт хуйню, блядь, делают, а себе не такое охуенное бацают, блядь, что просто там пиздец. Хотя... Не, ну, нормально делают. Ты движки видел, нахуй? На экспорт они в основном хуйню дают. А себе, когда вот там они ебать, такое хуйню... Блядь, сейчас смотрел ролик, там Лукашенко такой говорит. Ну, комбайны новые делают, все, он подходит, там мужик такой, вот, блядь. Ну, как тебе, говорит, эта машина, говорит, блядь. Что тебя в ней настораживает, говорит. Блядь, говорит, заебись машина, говорит, простая, пиздец, говорит. Ну, заебись, говорит, красавчик, говорит, молодец. Там, знаешь, я смотрел, короче, там, типа, все страны там как-то военное ремесло там как-то промышляют, да, там оружие новое, чик-чирык ебучий, мы делаем новые тракторы. Не, что, нормально. Тракторы всем нужны, нахуй. Как ты будешь, блядь, на огороде землю пахать-то, ёбан? По факту-то, ну, такое, блядь, именно производство, может, ну, типа, не у многих, это точно. Именно вот этих, блядь, огромных, там, на которые, там, на Белазы, блядь, или что у нас... Нормальная тема. Который размером с дом, нахуй? Да-да-да. Вот это хуйня. Я понял, да. Это которые в этих, как, в кратерах, нахуй. В горах, там, вот это вот, да. Я понял, нахуй. География 5 плюс. Унгора, блядь. В кратерах Унгора, блядь, катаются, нахуй, блядь. Кратеры, блядь. Метеорит упал, кратер появился. Ну я забыл, как это за хуйня называется. Карьер, ебаный. Карьер, да. Карьер, да. Еще вспомни такое слово, арьергард. Аллюр. Это, ну, давай не умничай. Что такое? То, что ты старше нас и знаешь некоторые слова умные. Умные, бля, пиздец. Нет, просто они нет, Дим, они не умные, они просто старые. Да я шучу, что вы, блядь, начинаете. Я штаров не слову. Что такое? Ну, авангард это то, что спереди, а арьергард это, кажется, в тылу тоже, да, находится вообще? Нет, арьергард это передовой разведывательный отряд. Он спереди тоже идет. То есть, как, ну, разведка идет, вот основная часть. Арьергард, он далеко впереди, разведка. Маленький отряд. Тупые, блядь. Понятно, наигрался в свои Call of Duty, блядь. Да, согласен. А кто знает, что такое аллюр, кто знает? Аллюр. Я думал, люркеры это которые ходят. Кого-то, блядь, зовешь или мне кажется, нахуй.
Вентилятор плюсы. Какую-то клич нахуй кидает. Джуманджи нахуй. Зов Джуманджи. Джуманджи понял. А куда Ваня пропал? Нет. Только если ты про новый фильм, то вот первый новый фильм был пиздатый, а второй дерьмо. Не, старый, который. А старый? Да. Старый вообще охуенный. А если брать из новых, то. Да, в детстве вообще охуевался. Как стать? Новый прикольный такой вот первая часть, а вторая. Ваня релогл. А я шел фей. Вентилятор сумануть надо. Притон шкаф и... Давайте быстренько убьем доспать, да, нахуй. Ой, блядь. Да, доспать. Ебать, доспать. За один день закрыли герб. Тем вечер, какой спать? Ты не каркайся, Джо. Не кричи его, пока не перепрыгнешь. Мы закроем, блядь, в смысле. Итак, давайте, даю Синдрея 5. Леха, слышь. Если это быстро закроем, это не свали, работинка есть. Типа воронка фарм? Не, там попроще. Бля, РБК что-то бить? Что может быть проще, да, РБК? Взаимовыгодная. Синдрагир. А, я понял, вы что, полетите, что, огненные ядра? Нет. Я бы никогда не пошел. А, зря, кстати. Мне что делать, ничего. Ну, я... Да? Почему нет? Да что такое, Алюр? Я знаю, что такое велюр. Это материал нахуй ткани. Не вордру, нет? Не, я шестой хил. Дайте. Тут это шестой хил. А кто пятый? Че, мы добирать будем или это? Есть минутку в туалет сходить? 25 человек в гильдии. Призон. А. Понятно. Ну, каска, по крайней мере, есть у тебя. Остальные бафы, это не ко мне. Что, в 24 закроем? Так там на тебе все бафы есть, Талси. Может, рарник возьмем? Ну что, рарник сидит или, блядь? Я понял. Где? Берите, нихуя зя. Нихуя зя! Нихуя зя! Я тебе... АФК что-то, наверное. А не. Давай, Мириков, дохуя, давай спекайся в этого вердру, и тогда на дроиды забьем. Да в смысле, оставайся на пале. Чем? Мириков много, РДД мало. Освобожденка будет. Я могу в танк, а Мурлока сможет в этого в сову. Давай так. Просто он с Волонером тут нормально. Айгот, заходи, если по тактике не проебешься за мага. Заходи, как раз инту бафнешь. Что Меликов убрать? В этого. В Эрдру. Два Эрдру будет. Бля, сейчас еще какой-то будет героический. Там еще и Хокмастер сидит, чилит. Охуенно. А он только зашел. Только зашел, да. Мужики, напомните кольцо на удачу одеть?